кем ты любишь говорить, что я тебя не люблю, что любить могут одни девчонки. Не забудь, как твой любимый цветок. Твой станет самым горьким. Ты будешь говорить, что я тебя не люблю, что любить могут одни девчонки. Как твой любимый цветок станет самым горьким. Так, всем привет. Я буду ехать очень аккуратно, чтобы у меня не упал телефон. Я там в руках. Так, я что здесь не разворачиваться? Так, всем привет. Как у вас дела, расскажите мне. Значит, блин, представляете, короче, я съездила к Мадиночке, она меня покрасила, она же... Вот, и я, короче, сейчас такая вся красивая, поеду домой. Так не хочется домой. Так. Блин, мне кажется, я забыла свой тональный крем. Да. Придется за ним ехать. Твой поцелуй станет самым горьким. Так, сейчас подождите. Не придется разворачиваться к Мадине, блин. Блин, почему я всегда что-то забываю? Ну почему? Почему? Всегда, блин. Короче, я забыла свой тональный крем. Тоналку Бобби Браун. Так, я точно не взяла? Да, я не взяла. Ты мозги забыла. Мозги тоже я могу забыть, такое у меня бывает. Или завтра уже забрать эту фигню. Блин, нет, надо сегодня забрать. Нельзя оставлять на завтра. Да, сейчас поеду. Так. Блин, знаете, что-то забываю. Я еще когда уж ходила, проверила, ничего ли я не забыла. Я тебе, хоть и вижу мельком. Так. Так, а мне нужно просто... Так, где Бетти? Бетти дома. Где может быть Бетти? Беттичка дома, уже времени 8 часов вечера. Да, да хватит прятать конопушки. А мы, кстати, конопушки не прятали сегодня. Если сблизи посмотреть, то их очень хорошо видно. Я их не прячу. Я, наоборот, сегодня просила, чтобы было видно веснушки. И сделали так, что видно. Просто в любом случае здесь сейчас темный цвет. Таточка, ты для меня эталон красоты, блин, как же приятно. Сильвер 90 с чем-то там, спасибо тебе огромное. Мне правда очень приятно, прям до безумия. Так, что там далеко не глупое? Так, Таточка, хватит примерять на себя образ глупое, блин. И там... Ой, блин! Телефон упал. Так. Слушай, там была яма большая. Яма большая. Так, я не знаю, не видно. Видите, конопушки сейчас... Блин, а я все не специально их оставляла, чтобы просто сейчас такой свет. Что стало? Там просто была кочка. Я поехала по кочке, короче. И в ямку бух. Знаете, такая... по кочкам, по маленьким цветочкам, в ямку бух. Вот так и со мной произошло. Так. Так, так. Ребята, почему тебя Валера сырой Таней называли? Не знаю. Может, они Таню Мусульбес обсуждали, не меня? Так, а куда сейчас? А, блин, достал этот телефон уже падать. Короче, я не поняла, куда надо ехать. Наверное, сюда поворачивать. Да, вроде все правильно. Так, ну что вы мне расскажете еще? Чем же меня порадовать? Так, я сейчас телефон, подождите, поставлю как-нибудь так. Я буду ехать очень аккуратно.
Ты из какого города? Я из Москвы. Так, я сейчас подумаю. Тата, ты пробовала крема фирмы Sisley? Кстати, я ни разу не пробовала их крема, но я пользовалась La Prairie уже какое-то время, Мария Галант, которая вообще входит в пятерку самой лучшей косметики в мире, ну, в одну из пятерок. Ну, много лет назад ходила, по крайней мере, когда я пользовалась. Вот, сегодня я не знаю. Вот, но косметика это шикарно. Так, подождите. Ой. Так, ты очень красивая, молодец. Спасибо, мне очень приятно. Так, что там еще, какие вопросы? Мне нужен держатель для телефона на присоске. Кстати, он у меня был, этот держатель на телефоне для присоски. Не один он у меня был. Ну, где это все? Все время я... У меня один был какой-то неудобный, со второго постоянно телефон падал. Я как-то забросила это дело. Сейчас буду стучаться в окна. Так, подождите. Так, нет, следующий. Так, где? Вот здесь. Сейчас постучусь девочкам в окно. Так, Таточка, ты супер, невероятно красивая. Спасибо большое, мои девочки. Так, сейчас я поскочу. Так, подождите. Как в детстве, сейчас буду звать Мадину в окно. Смотрите, девочки там работают. Мадина! Мадина, гулять пойдешь? Мама не отпускает. Вынеси попить. Нет. Серьезно, что-то... Вынеси попить. Так, я тоналку забыла. Дайте тоналку. Спасибо. Вы сколько сегодня выпили? Я что хотела вам рассказать? Я забыла тоналку, да. Блин, смотрите, какой классный у Мадины. Она купила сегодня этот. Класс! Это киса. Спасибо, моя хорошая. В надежде, что я туда хоть что-то буду. Все, я поскакала. Мадина, скажи всем пока. Все, я как кошка, я поскакала. Спасибо! Так. Ой, подождите. Ой, ура! Так, я забрала свою тоналку. Теперь я довольный кот. Теперь я ничего не забыла. Так, под шубку, да, реально мне так понравился этот блокнот. Она его купила в Zara Home. Я тоже должна же сегодня, ну не, сегодня уже не успею, но думаю, что завтра мне надо обязательно пойти и купить себе такой блокнот. Ежедневник, точнее. Так. У меня вообще дальний свет включен. Так. Я так рада, что я это не вспомнила не через 10 лет, что я смогла вернуться. Так, меня сейчас будет раздражать, если у меня опять телефон упадет. Но я буду очень опять медленно и аккуратно ехать. Так. Так, когда в Монако? В Монако я поеду скоро, но я поеду пока не... Я просто какую-то часть вещей туда отвезу. Ну, сколько мне по килограмму положено, плюс еще по две сумки сверху. А потом уже с мамой полный заход, уже когда она приедет из Китая. Так, что вам еще рассказать? Так, салют из Минска. Салют, Минск, привет. Так, где находишься? Я сейчас еду домой, я была у Мадины, она мне сделала макияж. Вот, мы с ней поболтали. Она мне подарила духи, обалденно, мне так нравится. Вот, потом покажу вам, что за духи и что еще. Вроде все. Вот. Ну, блин, сейчас опять телефон упадет. Ой, блин. Ну, ладно, пока подержу телефон, что делать. Правда, раздражает очень сильно, но выбора нет. Хочется быть с вами. Так, а что? А, это зеленый свет, что ли? Нифига себе. А, только это для них. Я подумала, что для пешехода зеленый свет.
Блин, ты что за дороги? Вот как будто я еду, блин, не знаю, по камням каким-то. Мадина, да, это визажист. Мой любимый визажист. И не только мой любимый визажист, она в первую очередь моя подруга, которая всегда со мной рядом. Моя верная подруга Мадина. Съезд. Поверните направо. Так. А затем крутой поворот направо. Ой, здесь надо теперь направо. Как к ней попасть? Нужно записаться. Я покажу вам ее, выставлю сторис, и все равно буду выставлять через сегодняшнего дня, но я уже завтра все выставлю, или еще сегодня попозже вечером. Мы просто с ней столько секретничали, столько болтали, но мы так давно не виделись, нам нужно было много чего друг другу рассказать. Наши мини-секретики. Да. Вот. Так, а сейчас куда? Вот сюда или нет? Нет, дальше. Да блин, ну надоело тут телефон падать, ну правда уже раздражает. Так. Все равно не туда поехала, блин, дура. Ладно, развернусь. Так. Ладно, короче, у меня не получается ехать в прямом эфире в навигаторе. Я тогда выйду. Я вас в любом случае целую, люблю. Вот, желаю вам хорошего дня. Точнее, уже вечера. Приду домой, наверное, зайду в эфир, постараюсь, по крайней мере. А сейчас вот что-то я еду и ничего не могу путного вам сказать и рассказать, и даже не могу нормально читать вопросы. А вы меня и так ругаете, что я всегда что-то свое несу. Поэтому я вас целую, люблю, обожаю. И все, желаю вам хорошего вечера. Чао, какао. Так.